Двое человек стали жертвами автокатастрофы в Алматинской области. Еще пятеро пострадали, их срочно госпитализировали. Авария произошла сегодня во второй половине дня на трассе Алматы-Харгос. Как рассказывают очевидцы, легковая автомашина марки Mitsubishi Diamant выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой». В последней находились 5 человек, водители, сидевший рядом пассажир, скончались на месте. Он неожиданно выскочил, вот этот «Диамант», неожиданно раз и навстречу выскочил. Ни с того, ни с сего. Он никого не обгонял, впереди никого не было. На «Диаманте» двое было, а на «Девятке» пятеро были. Я не стал туда ходить, не стал просто. Плохо будет. Предполагаемый виновник аварии, водитель Mitsubishi, также попал в больницу. Отмечу, ДТП на этом участке дороги случаются довольно часто, нередко со смертельным исходом.